Всем доброго времени суток! Вы на канале «Женин сад для души». Сегодня мы пересаживаем укорененный отводок фикуса. Вот такие замечательные корешочки. Он нарастил их где-то за полтора месяца. И для этого я нам еще приготовила горшок уже с дренажом, грунт для фикусов, агроперлит и вермикулит. Агроперлит и вермикулит буквально немножко нужно будет добавить грунт. Я их довольно часто использую также в почвосмесь при пересадке, пикировке рассады. Мне очень нравится, как себя чувствуют растения, развиваются. У них корневая дышит, доступна и влага. То есть все растет замечательно при такой смеси. Сейчас добавим горшочек наполовину, заполним почвосмесью. Увлажню и уже будем распределять аккуратно корешочки фикуса. Понемногу добавляем почвосмесь. Надеюсь, что ему понравится новый домик. Снова прольем. В этот раз я использую обычную воду. А так, в принципе, можно в водичку добавлять любой из стимуляторов роста. Циркон, например, я люблю использовать суспензию хлореллы. Но это мы все будем использовать попозже. Когда приживется фикус, дней через 10, я его подкормлю. Всем всего доброго. Спасибо за внимание. Всем пока!